Вот сейчас подождите. А вот скажите мне, ну вы же можете нарисовать вот этот вот ковшик, но чтобы он был реалистичным ковшиком. Вот чтобы была вот у него и текстура, и форма определенная, завершенная и так далее. Это очень частый вопрос, вы не обижайтесь. Я это делаю так, потому что я не фотоаппарат, я не фотограф. Я пропускаю через себя эти предметы, хочу их состарить, дать, подать их вам через какой-то туман, чтобы было ощущение старых предметов, на которых не нужно рассматривать трещинки, а они просто вместе собрались, и здесь у меня вот на столе танцуют. Все. И этот ков, задача не передать его эргономику, как кто-то из мастеров резчиков по дереву сделал, а предмет декоративно-прикладного искусства. Обрезал по композиции все, все правила нарушил, у меня все выскакивает из листа, но зато я рад, что я их всех вместе собрал и сделал такой танец. Зачем? А я положу это себе туда, вот в копилочку, и потом это может быть традиция работы.